Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oui. Bon, mais gars. Ta-da, ta-da. Pa-ba, 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 pa-bo. Так, про ту ярмарку. Раз иду я в своем платочке, а из платочка вижу громадная женщина, даже баба, бабища в короткой с блёсткой под шарманку танцует, а шарманку вертит чиновник, не молодой же, зелёный с красным носом. И с кокардой. Ну, но сам вроде кокарды. Тут я его страшно пожалела. Бедный, должно быть, с должности прогнали за пьянство. Так он с голоду и... оказалось, Марина, оказалось от любви. Он ее 10 лет назад где-то в своем городе увидел на ярмарке. Она тогда была... тоненькая, молоденькая, и должно быть страшно трогательная. И он в нее сразу влюбился, а она в него нет. Потому что была уже замужем за чревовещателем. И он с утра стал пропадать на ярмарке. Когда ярмарка уехала, он тоже уехал и стал ездить за ней всюду. И его прогнали с должности, и он стал крутить шарманку. Вот уже 10 лет крутит и не заметил, что она разжирела. Что она разжирела и уже не красивая, а страшная. Мне кажется, если бы он перестал крутить, он бы все понял, все сразу понял и умер. Арина, я совершила страшную вещь. Ведь эта женщина, она его ни разу не поцеловала. Ведь если бы она его хоть раз поцеловала, он бы перестал крутить, он бы... Он ведь этот поцелуй выкручивал! Я перед всем народом подхожу к нему, сердце колотится. Вы не сердитесь, Марина. Я знаю вашу историю, знаю, что вы все бросили ради любви. Так как я сама такая же, я перед всем народом его поцеловала. В губы. Вы не подумайте, Марина, мне очень не хотелось, я себя заставила. Ну, и неловко. Но я тут же сразу себе сказала. Завтра ярмарка уедет. Это раз. Сегодня последний срок, это два. А его же никто в жизни не целовал. Никто в жизни его не целовал, и это три, не поцелует. 4. А ты всегда говоришь, что для тебя выше любви нет ничего. 5! Доказать 6? Есть, Марина поцеловала. Это был мой самый трудный поцелуй за всю жизнь. Но не поцелую я его. Я бы уже никогда бы не посмела бы играть Джульетту.
он стоит, как громом пораженный Евгений. Я не оборачивалась, так и пошла, не смотрела, так и пошла, не оборачиваясь. Должно быть, до сих пор стоит. Десять лет пьяных мужиков, пыльных площадей и пьяных мужиков поцеловала все-таки не та.